Каракасе были разогнаны многочисленные манифестации тех, кто находится в оппозиции к действующему президенту страны Николасу Мадуро. При разгоне был использован слезоточивый газ. В одной из демонстраций участвовала Лилиан Сентори, супруга главного политического оппонента Мадуро Леопольдо Лопеса, находящегося в заключении. Она сообщила, что Лопесу была предложена сделка в обмен на домашний арест, но он от нее отказался. «Я призываю всех граждан Венесуэлы не уходить с улиц, не сдаваться, а упорно добиваться своего мирными средствами. Борьба не закончится, пока мы не достигнем победы. Протестовать нужно везде, всегда, постоянно. Только так мы достигнем наших целей – свободы и демократии». Протестующие намерены бойкотировать учредительное собрание, поскольку считают, что его возможное избрание – фикция, направленная на сохранение власти Мадуро. Вместо этого оппозиция призывает к досрочным президентским выборам. В уличных протестах в Венесуэле погибли по меньшей мере 65 человек, сотни были ранены.